Сейчас мы с вами будем менять иголку на вязальной машине Нева 5. Вот у меня есть Нева 5 и сломанная игла. Видите, у нее отломан язычок. Первое, что мы делаем, снимаем каретку. Она нам будет мешать. Аккуратненько убираем в сторону. Теперь смотрим. Вот моя игла, у которой отломан хвостик. Для того, чтобы поменять на новую, само собой, нужна новая иголка. Прежде чем ее менять, посмотрите, что у нее нормально ходит язычок, что не бракованная игла. Нужна крестовая отвертка и плоскогубцы. Отвертка, как правило, крестовая, потому что, посмотрите, какие у вас винты. Если крестиком, то и отвертка крестовая, соответственно. Для того, чтобы отвинтить винт, не всегда у нас получается отвинтить винты с лицевой стороны, потому что каретку мы сняли, сейчас покажу зачем. Аккуратненько переворачиваем машинку. Видите, вот здесь рельсы крепятся винтиками. И не всегда мы можем вывинтить тот винт, потому что этот или закислился, или просто держится хорошо. Поэтому аккуратненько ставим машинку так, чтобы с одной стороны зажать винт плоскогубцами, а с другой мы уже имеем возможность его вывинтить. Вот теперь винт вывинчивается. Можно даже руками и не до конца. Теперь рядышком берем соседний винт, потому что иголка между ними находится, и вывинчиваем. Винты уже могут быть старые. Если не вывинчивается с этой стороны, значит вывинчиваем при помощи плоскогубцев. Держим отверткой и отвинчиваем винтик здесь. Его главное только подвинуть, а потом уже можно будет даже руками свинтить. Моя задача немножко ослабить эти винты. Ну и можно взять следующий. Еще немножко ослабить винты через один, потому что иначе могут быть сильно изогнуты рельсы. Это нехорошо. Мы сейчас все это ослабим. И спокойно поднимем рельсы, вытащим иголку. И последний винт. Еще один четвертый винт. Он даже не руками не отвинчивается. Все-таки нужна отверточка. Хотя бы начать отвинчивать, а потом руками уже можно будет и отвинтить немножко. Отвинтили. Главное ослабить, чтобы рельса чуть-чуть отошла. Поставили машинку. Вот моя иголка, которую нужно поменять. Можно взять еще отверточку, уже не крестовую, а прямую, и просто приподнять рельс. Видите, иголка просто вытаскивается руками. Ну, если не руками, то там, где она, там что-то, то плоскогубцами уж точно. Приподняли рельс. Закрыли язычок, вытащили иглу, взяли следующую и просто поставили ее на место. Все. Это игла хорошая, проверили соседние иголочки. Все, все работают. Все работают, все нормально. Теперь задача завинтить обратно. Можно просто завинчивать, придерживая винт пальцем. Вот так вот. Пальцем придерживаете винт и завинчиваете, чтобы он не прокручивался. Если прокручивается, помогайте себе плоскогубцами. У многих такая проблема, не знают, как открутить. На самом деле винты крепятся с обратной стороны машинки. И очень просто. Потому что ломают винты, вырывают иголки,
Что только не делают с этими несчастными машинами, потому что не все знают, что рельсы крепятся просто винтиками с обратной стороны машинки. Повернули, отвинтили, никаких проблем, не надо рвать рельсы, ломать иголки, все очень просто. Если у вас нет иголок или вы нужны какие-то запчасти, вплоть до того, что мы можем заменить каретку, обращайтесь к нам на сайт «Избавизальни», мы поможем вам с любой запчастью для машинок Нива, причем для любой Нивы. Пожалуйста, иголки поменять. Вы теперь знаете как, можем заменить практически любую запчасть. Потому что иголки – это расходный материал, они заканчиваются, их нужно где-то брать. Мы вам предлагаем целый ассортимент запчастей и расходных материалов для вязальных машинок Нива. Пожалуйста, обращайтесь на сайт «Избавязальни», там вы найдете весь список с ценами, с указанием цен. Еще очень важный момент. Когда мы закрепили рельсы, ни в коем случае рельсы не должны болтаться, они должны быть очень крепко привинчены к машинке. Ставим каретку на место и проверяем. Еще желательно выдвинуть иголочки, хотя бы немножко, вот те, которые у нас желательно там, где в том месте, где мы как раз меняли, и посмотреть, работает ли машинка, провяжет ли она это все. Да, ничего не мешает, вяжет легко, рельсы никуда не уехали, мы все сделали правильно. Главное потом обязательно проверить.